Вооружившись специальным планшетом, сотрудники администрации Первомайского района Пензы ищут автомобилистов-нарушителей. Для этого нужны фотокамера и карта местности с GPS-координатами. В поле зрения попадают лишь те, кто оставил свою машину на тротуаре, газоне, детской или спортивной площадке. Штраф за такую парковку начинается от 500 рублей. Вот вы сейчас будете фотографировать автомобиль-нарушитель. Что должно быть видно вам на экране? Привязка GPS и номер машины. Этого достаточно? Достаточно. Фотографируйте. В Первомайском районе Пензы сотрудники администрации называют три адреса, где чаще всего встречаются любители парковаться, что называется, где придется. Один из таких как раз территория возле губернского лицея на улице Попова. Здесь нерадивые автовладельцы облюбовали тротуар и газон по обе стороны проезжей части. Процесс съемки занимает пару-тройку секунд. Затем фотографии с зафиксированными нарушениями направляют в ГИБДД. Инспекторы, в свою очередь, передают в администрацию личные данные владельца машины. При получении сведений из ГИБДД о владельце транспортных средств рассматривается административная комиссия Первомайского района и направляется правонарушителю в течение одного месяца. За одно и то же административное правонарушение нередко появляются одни и те же автовладельцы, которые нарушают размещение транспортных средств на газоне, спортивной либо детской площадке. За три месяца этого года к административной ответственности только в Первомайском районе Пензы привлечено больше сотни автовладельцев, а за весь прошлый таких нарушений было выявлено свыше 2500. Подобные рейды сотрудники администрации проводят несколько раз в неделю.